Ульяновские фабриканты, заводчане и владельцы производства отметили свой профессиональный праздник. День промышленности в этом году отмечается впервые за всю историю нашего региона. 5 сентября Ленинский мемориал превратился в выставку достижений ульяновских производителей от конфет «Волжанка» до арматуры металлоконструкции. Работники «Авиастара» не привезли настоящий «Руслан», ограничились уменьшенной копией легендарного самолета. Все экспонаты обошел и оценил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. Он же прокомментировал то, как на самом деле в регионе обстоят дела с промышленной политикой. Здесь можно по количеству специальных инвестиционных контрактов сказать, как Ульяновская область пользуется новыми инструментами, которые Минпромторг предлагает и предлагает федеральное, так сказать, ведомство. Поэтому считаю, что достаточно успешно. Выставку организовали и на парковке рядом с мемориалом. На улице расположились четырехколесные экспонаты, новенькие СУЗы местной сборки, подающие большие надежды СИМАЗы и, конечно же, знаменитые УАЗики. Детище наших автозаводов осмотрели Анатолий Бакаев и Сергей Рябухин. Губернатор тоже посетил все площадки, после чего поздравил местных производителей. Хочу с огромным удовольствием вас всех поздравить с наступающим праздником Днем промышленности в Ульяновской области и пожелать нам всем неуклонного внимания, роста промышленного производства и в целом промышленности Ульяновской области. На праздничной ярмарке были представлены не только обросшие авторитетом градообразующие предприятия. Среди титанов региональной промышленности затесалась одна молодая и развивающаяся мануфактура. Мебельная фабрика «Рамус» выпускает мебель из ротанга. Их мастера не только превращают заморское дерево в дизайнерские кресла, но и обрабатывают его особенно, экологически чисто. В этом году производству исполнилось только 5 лет, и за этот короткий срок мебель ульяновского производства узнали и полюбили во всей России. В этом году мы отметили свой первый, скажем так, юбилей. Мы очень активно развиваемся на протяжении всего времени существования нашей фабрики. Ежегодно следим за мировыми тенденциями в области плетеной мебели. Как говорится, идем в ногу со временем. В общей сложности на мероприятии было представлено 40 площадок. Цифра внушительная и равная количеству ульяновских фабрик и заводов. Такое обилие производств в какой-то мере может компенсировать нехватку нефти и газодобычи в регионе, а тем самым обеспечить стабильность и прирост экономики Ульяновской области. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.